лобзиком работаю давно. Но некоторые полезные вещи узнал недавно и поэтому решил поделиться. Итак, пилки для начала. Слева для дерева, большие зубья, разные, но большие. Справа пилка, маленькие зубья, это для металла. А вот это узкая, для фигурной резьбы. И еще, зубья могут быть направлены вниз и вверх. Пробуем. Здесь зубья направлены вниз. Они дают ровный край сверху, но зато лобзик аж выпрыгивает из руки, когда попадает на твердые части. Когда зубья направлены вверх, то здесь наоборот. Для фигурной резьбы все понятно. И еще одно. Есть зубья специальные, как у черной пилки, которые позволяют войти в дерево без сверления отверстия. Если есть такая необходимость, то можно с помощью пилки войти. Но всегда, если есть возможность, лучше, конечно, просверлить.